Мальцев говорит, мат, во-первых, это красиво. Но я не мат. Ну, надоел. Я похожа. Значит, называется... Я читала в своем, на своем клубе, но мне нравится. Здесь история и здесь философия. Здравствуй, жопа, Новый год. Чудесно. Мат, да? Это детская призмочка. Дети. Картинки. Что-то будет смешно. Ты же знаешь, что нет, если классически продолжить, то там было такое «приходи на Новый год». Да, вторая половина этой фразы. Моя мама все время... Нет, я прекратил. Здесь глубже. Глубже? Транспорт встал. Притихли шины, наблюдаю из окна. Продвигаются машины в час на два, на три аршина. Ждут дорожного рывка. Перекресток с позаранку одержимыми забит. Будто гонит на приманку, будто бес завел шарманку. Рынок нервами гудит. На экране все по плану. Звезды пляшут, пьют и жрут. Где-то лязгают зубами оливье не по карману. Глаз от звезд не оторвут. Говорю, подвинься ближе, посмотри. Киркоров жжет, сделай музыку потише, а подушечку повыше, сделал все наоборот. А судьба как амплитуда, скорость сбудутся мечты, утром грязная посуда и единственное чудо – золоченые кресты. Кто придумал в холод, в стужу, год безумный начинать, чтоб весной терзало душу, да с наречием, чтоб похуже, а зимой опять смыт рисунок, пыль на карте, ушлый Петр, обратный ход. Но огни все ярче, заморозит добрый старче. Здравствуй, жопа, Новый год.